Так, ну что ж, дорогие друзья, зрители, подписчики моего канала, как всегда, с вами ваш покорный слуга Мамо, и сегодня мы поговорим о увлекательной игре The Forest. Решила начать новый цикл, ну что ж, погнали, создадим, как всегда, одиночную игру, не мультиплеер, просто начнем, поиграем. Поехали. Ну вот, мы уже летим на самолете. Ничего не предвещает беды. Голубое небо. Все на. И голос стюардесс. Замечательно. Рисуночки. О, что это? Голос стюардесс говорил, что мы влетели в зону турбулентности. И мы можем видеть уже то, что у нас пол части самолета нет. О боже, что же это такое? Нет, мы падаем, о нет, мы упали, разбились, текстуры подыхают, он скидывает нас. Сынок, держись, ты башкой убился от кресла, нет. Как страшно. Угу. Нет, не уноси моего сына, нет. Не смей. Там, кстати, был торнадо. Ну, отсюда, от этого именно момента начинается игра. Это игра симулятор выживания в суровой пустыне. Лесной пустыне, да. The Forest, не зря он назван так. Здесь мы можем найти свой первый топорик. Возьму для начала глутаю и самолет. Чтобы пополнить запасы, как мы можем видеть, справа у нас находится небольшой интерфейс, справа внизу, естественно, на котором показывается показатель здоровья, показатель еды, голода, то бишь показатель жажды, энергия и максимальное количество энергии, то есть усталость. Выходя из самолета, мы можем видеть уже непосредственно небольшие сундучки, в которых находятся у нас чаще всего это тряпки и какие-либо либо медикаменты, либо шоколадки, как в данном случае, может попадаться совершенно рандомно. Сейчас, где мы появились? Мы появились в центре леса. Это не самое хорошее место, я скажу. Самое лучшее место появится у нас в... Блин. Самый лучший вариант появится возле моря, ибо там можно будет сохраниться. Хоть на первый, на какое-то первое время. Мы лутаем сейчас сундуки. У нас есть уже провизия на первый день. Это очень замечательно, ребят. И теперь я предлагаю отправиться в путь, посмотреть, где же мы оказались. Карты в этой игре нету. У нас есть рация. Но рация мне сейчас не поможет, поскольку я играю в одиночную игру. Давайте попробуем бежать куда-то. Дороги предлагаю пособирать камушки. Зря я это сделал. Хорошо. Я знаю это место. Тут у нас можно найти кастрюлю. Деньги. Ноутбук, что немаловажно. И, по идее, либо туда, либо туда. Я не вижу, что там находится. Там озеро, да, нам сюда. Ребят, я знаю это место. Мы очень удачно, я скажу, приземлились. По идее, если идти прямо, то мы куда-то выйдем. Что-то я ошибся, неужели? Неужели я... Нет, вот это место. Вот оно. Смотрите. О чем я и говорю. То есть тут очень хорошее место. Во-первых, тут есть озеро, которого можно попить. Давайте же попьем. Восполним себе сытость. Давайте сейчас же помоемся, дабы крови на нас, на наших руках не было. И облутаем все-таки эти оставшиеся сундуки, которые у нас здесь есть. Тряпочки, все такая вот фигня. На самом деле полностью нужно. Но только на начальных опять-таки этапах. Так, камушку не взяли. Вот, у нас есть 22 клуба. Одежда. Можем из них скрафтить себе нитку, а из палки, ну, кусочек одежды и веревки мы сможем скрафтить себе лук.
Баран. Замечательно. Мы убили первого с вами, ребят, барана. Конечно, мне чертовски нравится. И нам нужно скрафтить сейчас первым делом вот это вот. Хорошо, дальше. Я сохраню себе это место где-нибудь. И нам нужно сейчас отправиться до места, где нам нужно побольше деревьев, поскольку... И озеро. Я видел, тут было озеро недалеко. Вот это озеро. Предлагаю вот за него построиться. Выберем деревце, скажем, к примеру, вот это. И будем уже строить дом. Предлагаю строить дом я сразу же. Так, что у нас тут есть? Так, хорошо. Предлагаю сразу строить дом на дереве, поскольку это самый надежный способ выжить в этом суровом мире. Ага. Так, вот он. Альпинистский дом на дереве. Давайте его поставим сюда. У нас есть веревочка и немного палок. Следующее, что мне нужно, это нарубить, во-первых, палок. И по-хорошему сделать себе также небольшую землянку, чтобы тупо выжить. Сделаем себе базовый костер. Пока поджигать его не будем. Но настанет ночь, я его подожгу. Сделаю себе вот это. Одноразовая земляночка. Для которой мне нужны листья и палки. Все это я могу сейчас найти в лесу. Также мне нужно срубить пару деревьев для того, чтобы собрать мой дом на дереве. Думаю, у меня получится выжить хотя бы первый день. Я очень на это сильно надеюсь. Надеюсь, у меня все получится, ребят. А, тем временем я уже друбаю почти дерево. Давай срубить шипы. Как мы можем видеть, уже показатель осталось у нас на нуле. Точнее, выносливость. Хорошо, давай. Палок у нас дефицит. Хотя мы находимся в лесу, тут вроде палок должно быть большого количества. Но палок как раз-таки у нас меньше всего. Предлагаю сначала достроить вот эту штуку. Если у нас тоже не хватает, печально. Но предлагаю все-таки строить. Как бы другого варианта нету. Нам нужно все это делать в быстром темпе, в ускоренном режиме, поскольку скоро настанет ночь и будет всем очень плохо. Сейчас здесь и мне. Так, все-таки листиков мне не хватает парочку. Все, листики я подобрал. Впервые, кстати, у меня за всю историю моей игры в Сфорост у нас вот этот листик. Да, я сохранился, здесь не надо было мне это делать, а именно на первый слот сохранения. Ну все же, ладно. Так, дерево это рубить я не буду, поскольку на нем я планирую жить, а жить на обрубке дерева я не хочу. Пеньки я рубить сейчас не буду, хотя это благое дело, но нет, спасибо. Алоэ вера я заберу. Спасибо. И сейчас будет долгая рубка деревьев. Пожалуй, я сделаю это либо в ускоренной перемотке, либо просто пропущу на мое усмотрение. Будет это все. Скорее всего, я просто ускорю перемотку. Поскольку говорить мне сейчас особо не о чем. Я вот вижу тут еще бревно. Может, тут еще не бревно есть? Нету. Плохо. На самом деле очень плохо. Мне нужны палки и дерево. Это будет долгий процесс, я думаю, нарубки. Самое сложное, на мой взгляд, в Форесте, это пережить ночь. Первую ночь, если еще как-то можно легко пережить, то остальные ночи будет сложнее. Мне нужно говорить компьютеру, то, что его поставь меня на зарядку. Я сейчас сделаю именно так, то что вот так. Все, я поставил его на зарядку. Вроде он не должен сейчас материться на счет. Тем временем мы продолжаем друга дерево. А хотел сказать то, что я Форест играл не первый раз. Мне доводилось уже играть в эту замечательную игру. Я начал в эту игру аж с самой первой беты. Один, два, нет, только не на дом. Поскольку у меня мое волнение не напрасно, поскольку блин, вернее сказать, один раз случилось такой казус, то что он просто
взял и упал на мой дом. Дерево, которое рубил. И оно разрушило мой дом. Такие вот пироги, ребят. Тем временем я уже друбаю деревья. Тут деревьев, думаю, много, поэтому можно будет строить очень много построек замечательных. Я думаю, самое важное, это скорость. Пока на главный момент сейчас это выжить. А там дальше, когда я уже обустрою базу, на которую можно будет дальше обустраиваться, я попробую уже исследовать местность. Варанчик, привет. А, тут одно бревно осталось. Плохо, ребят, плохо. А, я уже убил двух варанов, я сделаю, пожалуй, себе броню. Замечательно. А, замечательно. Просто, ребят, красить не хочу. Так, спасибо. Ой. Что-то меня немного поддашнивает, ребят. Если не знаю, чем это связано, походу съел что-то. Ну, с кем не бывает, на самом деле. Мне говорит, еще 10 палок принеси, мол. Ой. Стики и логи. Мы сейчас пробуем нести. А, это кролик, блин, показался варан. Варанов убить легче, чем кролик, намного легче, ибо не, пока вас не заметили, они менее подвижны. А вон, видите, какой шустрый собака. Вон еще пробежал. Но потом я кроликов стрелять буду только так, ибо у меня будет лук, много стрел, надеюсь я на это. Я очень сильно на это надеюсь, ребят. И все будет хорошо и замечательно. Насколько мне известно, этот дом являлся, по крайней мере, на ранних этапах игры более-менее читерным. Блин. Иди сюда, иди сюда. Птичка, 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 птичка. Идем. А, блин. Я надеялся ее поймать и немножко перьев у нее понадобить. Ага, хорошо. Насколько мне неизвестно, этот дом раньше являлся читерным, то есть до него не могла добраться ни одна тварь. И вы могли там спокойно себя чувствовать и спокойно переждать ночь. А уже когда настанет утро, ты перебиваешь просто всех, кто здесь есть. Так, у меня есть немножко горел. Давайте сделаем сейчас немножко вот этого. Горел бунзина, сейчас себе парочку сделаю. Или молотов, так называемые. Молотов. Да. Почему горелка будет, я не знаю. Это два дерева в одном или одно дерево? Вроде одно. Может, зачем-то карать? Там варан был. Варанчик. Ну ладно. А, конечно, для экологии я делаю это очень вредно. То, что... Рублю дерево. Ой. А разработчики писали то, что исправили. То, что бревна теперь не улетают. Нет, они улетают. Это плохо. И... Так. И осталось всего несколько бревен и несколько палок. А именно, вы можете видеть внизу. Надеюсь, у меня это не забагается. Все замечательно. Палка. Палки я собрал. И последнее дерево, надеюсь, я которое срубаю, оно слишком длинное, но ладно. Думаю, мне хватит этого. Мне сколько? Логи одно нужно. Логу. Я уже, считай, построил дом. Зря я землянку строю. Ну ладно, ничего не бывает зря на самом деле. Мимо. И последнее бревно. И палка. Давайте же посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот неказистый домик. Шалаш, по которому мы можем переждать первую ночь. Посмотрим, исправили ли баг с тем, то что можно... Тут можно ставить костер, ребят.
Это же просто замечательно. Давайте построим здесь костер. Пару камней, пару листьев. И спустимся за палками себе. Это просто замечательно. Я раньше нельзя было ставить здесь ковры. Костры. Это было очень проблематично, на мой взгляд. Так что... О! Что это такое? Я не знаю, что я взял. Но я что-то взял. Ничего вроде не появилось. Ну ладно. Не столько говорится важно. Кролики бегают. Ладно. Мне нужны палки. Палки нужны. Так, хорошо. А, у нас есть тут рядом дерево, на которое по-хорошему можно будет забраться или нет. Я криво слишком построил дом. Нужно было его развернуть в другую сторону. Ну ладно, ребят. Так уж оставлю уж так. Чем? Переделывать у меня будет. Это достаточно проблематично. Два рокса я взял, два камня точно. И пара палок я взял. Замечательно, ребят. Теперь давайте отправимся уже в костер. Боже, меня напугал. Боже, вы меня напугали. Давайте сохранимся, по-быстрому сохранимся. А где вы? Кто это, блин? Надеюсь, вы это слышите, ребят. Потому что мне очень сцепно. Боже, аборигены. Горелка. Сожги что ты ее. Так что, блин, возьми топор. Бери. Замечательно. Надо добить его, чтобы он не встал обратно. Вот, хорошо. Когда у трупа хотя бы одна конечность отпала, значит он больше не встанет. Так, их тут было двое, я вижу только одного. Давайте пока разделим его на конечности. Возьмем пару себе. Голову, например, да. И вот эта часть. Это тело, оно вообще не нужно, поэтому выбросим сюда. Кучу добавить почву. Все-таки ни одной птицы до сих пор не было. Ни одной, ребят. Ни одной не убил. Так, давайте. Так. Я голодный. Мне говорят, я голодный, да? А, что ж, так, у меня еще есть ноги, да, замечательно, у меня есть ноги. Давайте три зуба, у нас есть лучше. А, мы улучшили наш топор, теперь он наносит больше дамага. А, смотрим, у нас уже день подходит к концу. Это мне на самом деле очень не нравится. Последнее, что нам нужно для выживания, это просто в порядке, в первую очередь, так. Говорят, постройте ловушку. Но пока ловушка стоит. А, это вот нам. Нам нужно 18 палок для нее. У нас есть всего одна. Ну, мы надыбаем сейчас где-нибудь палок. По-быстрому, чтобы все сделать. Еще палка, 7 палок, замечательно, давайте пока ничем. Уже темнеет, ребят, уже. Ребят, замечательно, у нас уже есть сколько? Два пера. Да, не шибко много. Я беру на самом деле больше перьев, по крайней мере слышу эти звуки. Разработчики это еще не подправили. Плохо. Жду не дождусь, на самом деле. Я когда же Forest выйдет как полноценная игра. Пока играть на бете, конечно, приятно. Она очень крутая игра. Но все же лучше будет. Боже, блин.
микросхему и возьму. У меня, к сожалению, нет ни одного. 8 палок отнесем. 8 из 10. Нам нужны еще палки. Ага, это замечательно. Сейчас я объясняю, зачем это надо. У нас есть ноги, которые мы можем повесить, сушиться. А пройдет время, и всю вот эту еду мы сможем съесть. Ноги, руки, все то, что мы здесь повесим, мы сможем съесть через некоторое время. Думаю, это прикольно. А с водой у меня не должно быть сейчас проблем, поскольку... Так, давайте зажгем костер вот этот. Угу. Так, ты не зажжёшься, будет плохо. Давайте возьмем вот эту палку и заберемся все на логово. Ибо очень страшно, ребят. А, тут всего есть у нас одна жизнь нашего героя. А, и та, при... Если он умрет... Блин, это всего лишь птица. Если он умрет, то все, игра проиграна, гейм овер и все. А вот что беру. Давайте вот это вот, я не знаю, и приготовим. Не знаю, что такое, давайте разожжем костер. И тем временем у нас уже приближается закат, и это значит, что уже прошло большое количество времени. Давайте же подождем, когда у нас еда приготовится, и непосредственно закончу я серию на этом. Чтобы сделать мне стрелы, мне нужно 5 стрел. Вот у нас есть еда, давайте перейдем. Нет, достаточно много восстанавливает. Только мне нужно будет, хотя нет. И отправляемся спать, ребят. Давайте сохранимся перед этим. И отправляемся, ребят, спать. Уже утро. Вроде как утро. Дождь. Ну, это уже хорошо. Ну что ж, предлагаю на этом закончить серию. Всем спасибо, что смотрели. С вами был, как всегда, ваш покорный слуга Мамуру. Ставьте большой палец вверх. Вам не сложно, мне приятно. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход нового ролика. На этом все. Всем удачи, всем пока. Я думаю, мне по крайней мере нравится, что у меня получилось. Всем пока. Всем пить!